latest figures today show that another... А що поширення вірусу не допустити? 467 нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. Вот так постоянно, постоянно, каждый день мы ходим без света, зимой, летом и в стужу, и когда снег, когда лед, потому что страшно, потому что нету света. Единственное, на кого полагаемся, на свою смелость. Thank you.
Сейчас самая большая проблема – это кислород. Но мы обратились на Зарю, мы обратились к специалистам, пришли люди, вчера обсчитали и сказали, деньги – это самая маленькая проблема. Время – это проект, самое большое – это проект. Потом проведение этих работ, и самое страшное – это безопасность. За неделю мы этого не сделаем, за две не сделаем. Это несколько месяцев интенсивного, быстрого труда.
Главная медсестра, прием. Я вас слушаю, Светлана Федоровна, прием. Перестали сводку на второе отделение. Светлана Федоровна, сводка ушла на второе, прием. Все, спасибо.